Привет, дорогие друзья! С вами я, Игорь Зеленчук, президент Международного института здоровья человека и создатель 90-дневной онлайн-программы «Антидиабет». Сейчас я вам расскажу историю о моем ученике, который справился с сахарным диабетом. Смотрите, что он делал, и самые полезные вещи для вас на нашем канале YouTube. Переходим. Владимир, Израиль тоже, 79 лет Владимир. До программы «Антидиабет» диагноз был сахарный диабет второго типа, гликированный гемоглобин 7,9, с утра сахар от 7,5 до 8,4, вес 117 килограммов. Предстояла операция по замене коленного сустава, потому что у него была крайне замедленная подвижность. Через 7 месяцев. Он написал мне через 7 месяцев. Вот уже что через 7 месяцев происходит. Потому что на самом деле, когда вы боретесь с сахарным диабетом, с застарелым сахарным диабетом, это счет идет на несколько, на месяцы, может и на годы. Но это счет счастливой жизни. Что он написал через 7 месяцев? Гликированный гемоглобин 5,6. Что это значит? Я думаю, что вы знаете, что 5,6 гликированный гемоглобин – это значит нет сахарного диабета. Нет. Даже преддиабета нет. 5,6 гликированный гемоглобин. Ввел строгий режим приема пищи и расчета гликемической нагрузки, так как мы учим в нашей программе «Антидиабет». Мы это 2 недели учим. Но это навыки на всю жизнь. Ежедневно может передвигаться до 1,5 километра пешком по утрам и вечеру. Он вообще ходить не мог, ему коленный сустав должны были менять. Прекратились боли коленного сустава и отпала необходимость в оперативном вмешательстве. То есть отказались от операции по замену коленного сустава. Есть возможность делать спортивные упражнения. Вес снизился до 88,7 килограмма. Перестал полностью вводить инсулин. Он вводил инсулин, он был на инсулине. Наполовину снизил прием метформина и отменил рапоглинит. Утренний сахар в норме от 96 до 102, это 5,3-5,6. Он похудел на 29 килограммов. И продолжает следовать рекомендациям программы «Антидиабет». 79 лет. Отказался полностью от инсулина. Не нужен. У нас ученики очень сознательные и осознанные. Никто сам не отказывается. Если отказался от инсулина, это значит врач отменил уколы инсулина за ненадобностью. Врач отменил. Вы сами в программе «Антидиабет» ничего себе не отменяете. Врач отменил уколы инсулина за ненадобностью. Итак, и продолжает следовать результатам программы. 79 лет Владимиру. Это типичный результат человека, который четко следует рекомендациям. Я вам сразу скажу, что нет никаких чудес у нас. Если человек посмотрел какие-то мои видео, сходил на вебинарчик какой-то мой, посмотрел какой-то практикум, поучаствовал, послушал, почитал мои статьи, и даже это делать круглосуточно, если вы будете, никакого от этого результата не будет, если вы не будете выполнять то, что вам нужно. Это простые вещи, но это система, это выработка привычек, это выработка четких привычек, которые необходимы вам для того, чтобы эффективно бороться с сахарным диабетом. Это очень нужные вещи. Друзья, чтобы подробнее узнать, как работает 90-дневная программа «Антидиабет» и как вы можете ее применить к себе, если у вас есть сахарный диабет, если у вас есть наследственная предрасположенность к сахарному диабету, если у ваших близких есть сахарный диабет, нажимайте вот здесь вот на кнопочку, вводите свои данные, электронную почту, и я вас приглашаю, свободный вход для вас на мой онлайн-практикум «Как победить диабет». Вы все об этом узнаете в прямом эфире. И, конечно же, если у вас есть вопросы какие-то о программе «Антидиабет», о том, как справиться с сахарным диабетом, напишите здесь внизу, в комментариях под этим видео, ваши вопросы, я на них обязательно отвечу. Напишите свое мнение, понравилось ли вам это видео. Что бы вы хотели еще узнать о сахарном диабете? И, конечно, обязательно подпишитесь
на мой канал Международного института здоровья человека, на котором вы получите самые ценные и полезные видео, полезные именно для вашего здоровья. Мы регулярно каждую неделю выкладываем новые видео для вас, для того, чтобы вы были здоровы и с уверенностью смотрели в будущее. Счастья вам, радости, всего-всего самого лучшего вам и вашим близким. С вами был Игорь Целинчук, президент Международного института здоровья человека, и я очень рад вам помочь. Пока!